Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению 37 человек в создании и участии в преступном сообществе краже совершенной организованной группой в особо крупном размере. На своих экранах вы видите уникальную оперативную съемку ФСБ на кадрах доказательства того, как орудовало организованное преступное сообщество. Поезда дальнего следования тормозили на станции Ржев, вагоны разгружали, товар складировали под Ржевом, затем продавали. Уникальную спецоперацию по ликвидации ОПГ провели оперативники ФСБ совместно со Следственным комитетом по уголовному делу проход. 40 фигурантов. Пятеро дали признательные показания. Двум из них, машинисту Артему Егорову и жителю Ржева Ивану Митькову, 4 декабря в Московском районном суде города Твери вынесен приговор. Московским районным судом города Твери рассматриваются уголовные дела в отношении членов организованного преступного сообщества, специализировавшегося на сохищениях товаров, перевозившихся железнодорожным транспортом на территории Ржевского и Зубцовского районов Тверской области. Подсудимый Егоров, 1978 года рождения, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. 7 преступлений, предусмотренных пунктами А, Б, части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и одно преступление, предусмотренное Муктом А части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации общий ущерб по которым превысил 39 миллионов рублей. В ходе кропотливой работы спецслужб и следователей перекрыты каналы сбыта похищенного, обнаружены следы с еще непроданным товаром. Деньги, полученные преступным путем, изъяты, а на активы членов ОПГ наложен арест. На вопрос, не слишком ли мягок приговор Егорову и Митькову, поясним. Оба сотрудничали со следствием, поэтому рассмотрение дела в суде проходило в особом порядке, и при назначении наказания была учтена помощь следствию. Теперь перед судом предстанут другие участники банды. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.